Привет, друзья! Хочу вам показать, как готовится выставка авторская Маруси Слобожан. Эту выставку она привезла из Индии, Африки, Шри-Ланки. В основном это портреты, но они очень красивые. Давайте посмотрим прямо сейчас до выставки, какие работы и как сама автор их вешает. Вот и сам автор Маруся. Привет, Маруся. Привет. Приглашаю нас на выставку. Приглашаю 19 апреля. Приходите. 18:00. Киевскую школу фотографии. Увидимся. Спасибо тебе. Вот такие шикарные работы вас ждут. Приходите в нашу галерею, ребят.